Здравия желаю, уважаемые телезрители. Значит, занимаемся сегодня чем? Подборкой. То есть система уже как бы... Смысл системы отработан. Вот. То есть работает. Я вот занимаюсь подборкой. Тут тоже не все гладко, как говорится. Есть выпрямители, ну, соединяясь с помощью выпрямителя, есть выпрямители, которые, значит, берут... Один берет 55 ватт, чтобы это колесо крутить. Ну, вот. Второй 55 ватт. А когда включаешь их в паре, получается 225 ватт. То есть нет резона эти ставить. 225 ватт, даже торможение у него, я вчера видел, 60 секунд. То есть 60 секунд он может задавать где-то... процентов 50-70 от того, что выдает при включенном системе. То есть в 6 раз больше. Но все равно с этим получается, слишком получается много надо. Вот поэтому я сегодня и начал подбор. Значит, и все-таки вот подобрал вот такую штуковину. Я вам ее показывал уже. Интересная штучка. Значит, что она? Сейчас покажу. Вот, если вы видите. А, вам не видно. Ну, я прочитаю. Мощность эти штуковины 10,6 ватта, вольта. Значит, а сила тока 1,32 ампера. То есть 13-14 ватт, если перемножить это все, 14 ватт. Однако, когда это подключил, вот этот, к системе, ну, сейчас могу продемонстрировать. Так, поняли. Так, плюс. Вот включаем. Колесо весь пошло. Значит, было посчитано затраты у его. Значит, на вращение вот такого мощного мотора 19 ватт всего. А что на выходе? Давайте посмотрим. Что на выходе включим? Значит, возбуждение. И на выходе смотрим. 8,5 вольт. И все напряжение растет. А теперь отключаем. То есть отключаем, значит, его от сети. Опа, и смотрим. 7,80, 7,50, 7,6, 6, 6, 6, 6, 5, с половиной. Все, 5, до 5 останавливаем. То есть 20 минут он еще выдает по 5 вольт. Видите как? То есть вот такой выгодно, но мощность у него слабоватая. Но зато вот что получилось. Получилось вот что. Видите что? Я посчитал все. 19 ватт, вот оно, схема. Реле, значит, 10 секунд работает, 20 секунд отключает. 19 ватт мощность. И здесь 24. Это когда включены. То есть получается 43. Правильно? А дальше. 24. То есть здесь уже идет КПД выше единицы. Даже при этом. Но здесь всего 5 ватт.
дальше идет торможение 20 секунд. Во время торможения он вырабатывает по 15 ватт. А во время работы 24, когда включено. Видите как? И получаем у нас в сумме, видите, 43 здесь потратили, батарейка 43. 24 обратно вернулась сразу. И, ну, может, вот в эту батарейку. Считать будем так. Вот она, 24. Осталось минус 19 здесь, минус 19. И плюс прибавилось 2 такта по 15. Здесь-то выключено. 30. Итого всего, видите, 11 ватт. Это чистый. То есть 19 ватт отдаем назад на его затраты. И получаем 11-ваттную. 11-ваттную систему. Значит, что нужно сейчас? Одна батарейка вон стоит уже у меня, нормальная. Еще пару батареек. Так, и реле. И будет 11-ваттка вот эта маленькая. Но это я для чего делаю? Как, значит, показать людям, чтобы люди поверили, что это работает все. Натурально все это показать. Чтобы пришли, поверили. И когда они поверят, тогда попрошу, кто-то попросит сделать, тогда попрошу их, я сделаю вам, но мне надо запчасти, чтобы они мне дали запчасти. Тогда можно будет, во-первых, это приварить, вот как я вчера говорил, колесо. Приварить его. Оно сейчас просто там намотано. Ну вот как вот трубы, знаете, мотают слесаря. Я тоже подмотку сделал и забил молотком навал. То есть это ненадежно. При такой малой скорости надежно. Вот. И когда вот это показать, то есть мне надо показать, мне сейчас сделать, значит мне надо сейчас для показания только реле. Чтобы как показной вариант. А там уже, пожалуйста, можно делать. То есть изготовлять, значит, по этому же принципу, только увеличивать напряжение, и, соответственно, будет увеличиваться. Но подбор тут будет, и на амперы. То есть у нас как получается? У нас получается, что мы подаем, допустим, вот как у меня было, 55 ватт. И второй 55. А в сумме не 110 получается, а получается 228, если 2 подать. Видите как? То есть 111 ватт-то идет обратка. Обратку собирать я еще не научился. То есть это все надо время. Пока вот такое. То есть обратка видно, что ну реактивка. Ее надо собрать. То есть здесь надо тоже приспособление. А тут остается у нас только подобрать, значит, вот здесь это, если здесь вот, значит, на 10 вольт дает у нас 11 ватт. Таким же путем вот, соответственно, пропорционально подбираем, чтобы на мотор не подавалось лишний ток, который будет, он пойдет как реактивка, то есть он будет просто сжигаться. И будет, значит, скручивать и с батарейки, и со счетчика, и где угодно. Поэтому подбираем точно. И вчера я попробовал, запустил все-таки. И на 230. Но соскочило колесо перед реле. Вот. Поэтому я решил сейчас пока не делать мощных. Делаю вот пробный. Пробный вот сделаю сейчас. Только реле поставить и все. А кому надо, пусть это самое. Как, кто хочет мощный, пусть дают, значит, средства. Или приносят запчасти. И будем собирать мощность.